Кожедомин Алексей представляет город Клин. Боксер 1995 года рождения, боксом занимается 2 года. В ринге провел 6 боев, 3 одержал победы. Синий угол Некрасов Дмитрий представляет клуб «Груша». Боксом занимается 2 года, в ринге провел 1 бой, в одном одержал победу. Боксеры, которые треком 50-50, они прямо треноме, ну, 3-3, допустим, вот такие, надо обязательно побежать на чьи куры. На камеру, да? Там записывается звук. Сейчас я беру, шуки вон даже. Да, скажи, что он здесь.
Сегодня в бою победу одержал боксер из синего угла Некрасов Дмитрий, клуб «Груша». Вечер в Корее.